Приветствую всех на канале ЛАЦР, резервный канал правительства СССР. Я Злокадзов Андрей Геннадьевич, исполняю обязанности Верховного Главнокомандующего СССР после референдума 91 года, 17 марта. Также исполняю обязанности министра иностранных дел СССР. Сегодня, как вы видите, у нас сразу с наглядной демонстрацией идет. В общем-то, передача пойдет о вчерашнем так называемом интервью. На самом деле, нарушение вообще всех каких возможно прав, конфиденциальности, вот всего. Честь, достоинство, я уж даже об этом не говорю. Нарушили, с обыском нарушили все возможно. А теперь еще и то, что передали запись, которую ФСБшники снимали на свои телефоны. Внимание, телефоны, да? Просто я это не мог все отобразить. Они на несколько телефонов снимали. И, соответственно, отдали это все на четвертый канал. Вот такая заказуха. То есть, получается, что, уважаемые товарищи, живете, понравилось что-то ваше, и на вас делают компромат. Вот. И вы должны всем. И вот это ФСБшная заказуха. То есть, сделали все как. То есть, ФСБ слила записи, которые записывала у меня дома, личные фото, видео. Вот, ну, к делу разве относится? То есть, все это делалось намеренно, это понятно. Чтобы показать нам холеного, вот такого побритого старшего лейтенанта Карпова, да? Вот, вот весь такой холененький. В кресле начальника, в кабинете начальника, весь такой замечательный. Вот. Сидит такой, просто глазки такие добрые-добрые, такие веселые-веселые, да? И потом показать меня, соответственно, с утра поднятого. Ну, кстати, если вы видели, там вел я себя адекватно, никакой паники. Как только вот этот господин Карпов показал корочки, я сразу обратил внимание, что а печати-то нет. Печати-то нет. Он их сразу раз и свернул. Я тогда у остальных потом запросил, на видео этого нету. Так вот, у половины нет печатей совсем. Вот. Более чем у половины не было из присутствующих там. Там больше людей было. Вот. И у второй половины, меньшей, так скажем, если можно так выразиться, вот, у них были печати, не соответствующие ГОСТу Ф-51-511, да, гербовых печатей. Вот такие замечательные ФСБшники там были. Но самое интересное, это у следователя, понимаете, кто этот процесс инициировал, кто, соответственно, Верхесецкий суд подавал ходатайство, да, об обыске. Как приняли ходатайство? Вот. Понимаете, у судьи нет корочек документов, да, с подписью крупье и печатью его, ну, Путина имеется в виду. У следователя нету, да, и вот они такие завсегдатаи, видимо, они где-то встречаются за кружкой пива, такие посидели. А давайте-ка вот обыск совершим, что нам для этого надо? А ничего не надо, просто напишем формат А4 и все, и вот вам обыск. И печать, копия верна, да, все. Печати-то нет, реквизитов суда нет. Ну, зачем? Не до пустяков, что вы придираетесь, к чему эти формальности? Вот, вот такие замечательные в Российской Федерации работают бандиты. Ну а как их еще назвать? Бандиты. Так вот, я бы тоже хотел, так скажем, алаверды господину Карпову, раз уж он вот пошел на такие меры. Вот. Ну, это, честно говоря, ему не делает, а совершенно ну, вот, нечестным достоинством не прибавляет ему, неуважение. Потому что больше этот материал, ну, я имею в виду видео из моей квартиры, не мог никто отдать. Больше никто. Соответственно, только вот его, как их назвать-то, присутствующие, скажем так. Только они могли это сделать. Ну, наверное, у них там как кореша, наверное, у них там, раз у них корочек нет, да. К тому же, если мы посмотрим, это юридическое лицо ФСБ, к тому же это не госучреждение бюджетное, а именно казенное учреждение. Вот, то есть должна доверенность, доверенности нет, они не предъявили доверенности, я запрашивал. Казенное учреждение, то есть у них ничего нет, то они просто кореша. По мнению, просто тусуются, грабят граждан СССР. И пытаются на них сформировать дело. Ну так вот, хотелось бы зачитать вот этому холеному господину, да, который постарше меня, вроде получается-то, да, принимал присягу, она справа, вы его видите, в Советском Союзе. Так вот, Никита Олегович, давайте я вам напомню, да, военная присяга. Я, извините, когда я ходил в его центральное военное округ, то есть вот в прокуратуру, точнее даже не прокуратура, а это был именно ФСБ по центральному военному округу на Ленина 17. Вот. И когда к ним зашел и поговорил там с двумя представителями, видео вы видели, записанным на моем канале, вот, которые говорят, ну мы же территория-то не изменилась, да? Ну а что там присяга? Присяга-то что? Что там присяга-то? Да нет, господа, это не РФовская присяга. Напоминаю, вот, Никита Олегович, вот у вас форма такая красивая, да? Вот. Почти советская, да? Форма-то, погоны-то, вот почти советская, даже здесь РФовских каких-то вот различий пока не вижу. Ну, кроме флага сзади власовского, да? Может, у вас на левой руке там вот эти вот фашистские признаки-то власовского флага, вот этого триколора, вот, который во Второй мировой войне армия Власова как раз против Красной армии воевала. А сейчас вот вы сидите такой выбритый, скалитесь
и граждан СССР, соответственно, заводите на них уголовные дела. Вот. Давайте я вам напомню все-таки, вот под какой присягой мой дед ходил, вот, был дважды ранен и прошел всю войну. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, Никита Олегович, внимание, вступая в ряды вооруженных сил СССР, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным. Вы честный, Никита Олегович? Храбрым? Вы очень храбрый, Никита Олегович. Господин Карпов, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную государственную тайну, соблюдать Конституцию СССР. Как же так, господин Карпов? Ну что ж вы Конституцию СССР-то не соблюдали, а? И советские законы. Все советские законы господин Карпов просто наплевал и подтерся им. Беспрекословно выполнять все воинские уставы. Карпов переприсягнул. Все уставы, соответственно, он спустил, видимо, куда-то в туалет, спрятал, не знаю, забетонировал. Вот. Ну, с очень спокойной, ну, совести-то нету ведь, правильно? Вот. Ни чести, ни достоинства, ничего нету. Вот. То есть он все воинские уставы, соответственно, он похоронил. Так, все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Ну, видимо, командиры и начальники сделали все то же самое, потому что они ему приказов не отдавали, а сам он долг свой воинский, присягу, не собирался исполнять. То есть круговая порука вот, его командования была. Далее, Никита Олегович, далее вот слова, которые вы говорили. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, не Российской Федерации, народу, своей советской родине, не территории, нет, которые говорят, ну она не изменилась, мы же не выезжали, это же территория, нет, советской родине и советскому правительству, советскому, понимаете, вот Российская Федерация, это федерация, это федеративный, вроде как предполагается договор должен быть, где он? Но дело даже не в этом, а при чем здесь советское правительство и Российская Федерация? Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, родины. Не территория, Никита Олегович, или как ваши кореша, подельники говорят, а Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил СССР, клянусь защищать ее мужественно, вооруженных сил СССР, Никита Олегович. Вы защищали мужественно? Видимо, нет. Видимо, вы вообще не защищали. Слово «мужество» вам не знакомо. Потому что то, что произошло в моей квартире, а потом я увидел на 4-м канале то, что это не мужество, это подлость. Это сила, наглость и хамство. И подлость. Вот и все ФСБ. Ну что вы, не щадя своей крови и самой жизни. Нет, вот Никите Олеговичу жизнь-то и кровь как бы она ему нужна. Зачем? Зачем он будет ее щадить? Он лучше родиной поторгует немножко. Вот и все. Ну как немножко. Пока под трибунал не попал, вот будет торговать, видимо, пока позволять будет. Не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Зачем с врагами воевать? Когда можно им родину продавать, да? Господин Карпов, ведь логично. Продал родину, и воевать не надо. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. Господин Карпов, что вы там зачитывали видео? Какие отрывки приказов, уведомлений и требований? Какие отрывки-то? Я что, в разрез с присягой что-то сказал? Это не я, это вы должны были сделать. Это вы должны были сделать. Спросить со всех ваших начальничков, которые предали родину. Но вы решили, а зачем? А лучше я с начальниками буду в доле, буду родиной торговать. И вот это вот холеное, вот это вот оно, да, мне теперь как бы шьет дело уголовное. Потому что я как раз, да, на тот момент присягу не давал, но я давал ее при вступлении в должность. И то, что я своей присяге верен, вот это холеное фашистское существо, вот, завело уголовное дело. Ну, якобы, я не знаю, завело оно, не завело, фальсифицировано. Я только могу ему сказать одно, что если вот на сегодняшний день граждан СССР, они пытаются запугать двумя способами. Либо дают какие-то сроки, ну, связанные совершенно не с СССР, не с конституционным как бы строем, что кто-то вот покусился на строй Российской Федерации. Нет, не с этим. Они старались до сих пор пока что все делать так, что до 15 суток дать, знаете, за 19.3 неповиновение полиции, как-то вот так. И второй у них вариант – это психиатрическую лечебницу. Психиатрия, я сразу говорю, это не наука. Вот. Сейчас прорабатываем все эти психиатрические лечебницы в Екатеринбурге. Вот. Просто даже вот это законодательство психиатрии. Знаете, интересные господа, у них нет сертификата, у них ни один специалист не сертифицирован. Вот. Кто они такие психиатры, кто их дипломировал. То есть аккредитации, сертификации нет, их знаний. Вот. То есть я уж не говорю про лицензирование. Лицензирования нету. То есть они сами себя какими-то вот, ну, не могу сказать нормативными актами, просто вот писульками как бы прикрыли. Ну как прикрыли, пока вот не начнешь это все брать в руки. Оно у них вроде красивое такое, красочное, сочное. А потом смотришь, а это просто, ну, можно грамотой назвать.
Ну как может сам себя он аккредитовать? Берешь у них все это, смотришь, кто у них надзорный орган. А знаете кто? А надзорный орган у них, ну как надзорный, учредитель. Учредитель у них правительство Свердловской области. О как, вот кто учредил все психушки. То есть, если вы им не понравились, правительство вашего региона укатает вас в психушку. Вот такие они красавцы. Но у них там тоже они путаются в показаниях. У них учредитель то Министерство здравоохранения, то правительство региона. И вот это все дружная работа вот этих бандитов, отморозков, беспредельщиков. То есть, либо тебе дадут сколько-то суток, совершенно не связанным с конституционным каким-то порядком, да, с СССР, они вообще стесняются. СССР говорит, что там тебя трекируют как гражданин СССР, да, лучше 19.3 спровоцировать и 19.3. Либо в психушку, давайте проверим. Да. Причем насильно они не могут никого туда упрятать, поэтому они делают по беспределу. Ну, пытаются либо уговорить туда съездить, либо по беспределу, либо как-то через родственников. Да. Вот такие красавцы. И это они считают честь, мужество, достоинство, да, такая у них работа трудная. Но сегодня вот он сидит, да, и улыбается. И думает, что он вот такой весь молодец. То есть, пытаясь унизить меня, который, согласно статье 62 Конституции, как самовыдвиженец, встал на защиту Родины и конституционного строя в СССР, причем не посягая на Российскую Федерацию. Понимаете, мы, вот я же там четко писал, что я на территории СССР. Я не трогаю Российскую Федерацию, я до нее вообще не дотрагиваюсь. Я просто говорю, ну вы Российскую Федерацию там, вот где, вы же говорите, у нее есть территория, есть граждане, вот, но вы там ими занимаетесь, а вот на территории СССР вы уж тогда не, это, не лезьте сюда, и граждан СССР не грабьте. Я в своем праве, на своей территории, в своей конституции, соответственно. Кому-то мешаю, ну какой-то порядок претендую, ну конституционный, да, нарушаю, нет. Почему? Я просто восстанавливаю конституционный строй СССР и все. А кто отменил конституцию СССР-то? Вот такие дела. Так что, как видите, вот эти господа в форме очень похожи на советскую. Вот, переприсягнули в 91-м году, да? Перепрыгнули через совесть, честь, ум, достоинство, да? Вот. А их никто ведь не освобождал от присяги от воинской, от военной присяги. Никто ведь не освобождал, не упразднял никто эту присягу советскую-то. Они переприсягнули и говорят, так мы-то красавцы какие, вот смотрите, какие мы холеные-то все. Мы-то смотрите, какие красавцы. И сам господин Карпов, да, который очень похожий на советскую форму, вот сидит красавец такой, вот, что СССР это несуществующее государство. Да, и Карпов давал несуществующую присягу. Вот. А потом, как бы, сказал, так все, значит, я ничего не давал, это морок был. Никакой я присяги не давал, а присягну-ка я лучше РФ. Вот РФ это сила, да, она всегда была. Как я ее не замечал раньше, РФ вот была, да. Сейчас еще гражданство получу. Ну, единственное, что, конечно же, в паспорте нет никакого. Гражданство не прописано. Ну, все законы нарушаются. Вот статья 1062 ФЗ, посмотрите. Должна быть запись о приобретении гражданства в паспорте. Ее нет. Ни у кого нет. Ни у одного. Ни у Путина даже. Вот. Что уж говорить о старшем лейтенанте какого-то там управления ФСБ. Понятно, что у него тоже откуда возьмется там запись о гражданстве, если он его не приобретал никогда. Вот. То есть, употребляя такие слова, как несуществующая страна, несуществующее государство, ну вот, как он 9 мая-то выйдет? Даже не знаю. Они, может быть, 9 мая где-то все прячутся, ныкаются по норам. Чтоб никто не вспомнил, что они переприсягнули-то. Им, наверное, очень страшно 9 мая. А вдруг кто вспомнит? А вдруг вот те граждане с военными билетами, у которых есть, и которые присягнули, и не забыли. Они вспомнят, что а эти-то присягнули, и что? И грабят граждан СССР. И присягу нарушили. Ну-ка, давайте еще раз зачитаем ее. Что у нас написано в присяге? «Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа». И вот 9 мая, видимо, все эти господа в холеной форме своей отутюженной, да, очень похожей на советскую, но вот как-то вот с триколором. Вот видите, там даже власовский флаг вот за господином Карповым. Где они 9 мая все скрываются? После 9-10 они вылазят и снова продолжают свое гнусное дело по уничтожению СССР. Далее на обыске они сказали «подозреваемый». Но никто этот статус мне на обыске, в общем-то, не предъявлял подозреваемого. Да? Просто обыск и все. То есть, как-то проскочили мы статус подозреваемого. Вот. Как-то раз. А где уведомление о том, что я в статусе подозреваемого стал? Как-то вот раз сразу и все. Интересно.
Меня туда же пытаются убедить в том, что у меня, оказывается, обвиняемого есть статус. А вот сейчас четвертый канал написал, что подозреваемый. Так у меня что, какие статусы-то? То есть путаются в показаниях очень как-то вот корявенько так. Вообще, вот это дело, его должен был рассматривать военный суд. Никак не гражданский. Военный уголовный суд. Мне отдали дело гражданскому. Ну, я вам показывал уже документ. Председатель Верхнесецкого суда написал, что федерального конституционного закона об его учреждении нет. Его просто нет. И об этом у меня есть, соответственно, из него от заместителя председателя Верхнесецкого суда есть ответ официальный, что нет федерального конституционного закона, учреждающего данный суд. Все. Вот. Ну и, соответственно, вот там собрались бандиты, да, которые кличка судья, кличка следователь, кличка прокурор и кличка там, кто там этот, Земцов или как там, Зимин, блин, назад какой-то. И вот они собрались и начали выяснять, как бы обокрасть гражданина СССР, как бы ему обыск устроить. Ну и вот начали делать свое грязное дело. Но, понимаете, я ведь веду переписку, и у меня есть из Генеральной прокуратуры, и из судов, и из МВД, и из ГУФСИНа в статусе ответы, и на конвертах, и в теле письма прописано, где мне в статусе в должности отвечают вот, чиновники. И как главе Свердловской области отвечают вот, в РСФСР, и как полномочному представителю президента СССР отвечают вот, и СССР, и РСФСР. Ну, в тех, соответственно, должностях, в которых я задавал, ставил перед ними вопросы, они, соответственно, в тех должностях мне отвечали. Вот. И все это есть. Но он не усмотрел, что я спецсубъект. Нет. То есть в данной квартире спецсубъекты не проживают. То есть он ввел в заблуждение. Ну, это бандиты, говорю же. И им не надо было ничего выяснить. Ничего абсолютно. И вот все остальные документы, они это подтверждают. То есть, вот господин Карпов пишет, что он отправляет параллельно о следственных действиях прокурору уведомление. Какому прокурору? Куда отправляет? На какой адрес? Нет такого. Нет ни печати, соответственно. А, нет. А, да, откуда прийти? В какой кабинет прийти? Печать после следственных действий? Ничего нет. Понимаете? Я просто вот смотрел на все, на весь этот бардак и просто поражался. А что ребята вообще делают? Что эти господа затеяли-то? Ну. Ошибка на ошибке, процессуальная ошибка за процессуальной. И они, понимаете, просто вот беспредельщики. Они, ну, что с них взять, если вот они говорят, у нас автоматы, что ты нам сделаешь? Вот прямо здесь, в квартире говорили, а что ты нам сделаешь? Вот у нас автоматы, что ты там сделаешь? Я говорю, вы же нарушаете закон тебе, ну и что? Что ты нам сделаешь? Вот это их слова. Ну, о чем можно дальше-то говорить? Если вы думаете, что я преувеличиваю, вот даже в праведном гневе, может, я знаю, что Карпов смотрит мои, соответственно, эфиры, другие сотрудники смотрят. И вот, допустим, они в праведном гневе, да, вот что-то попытаются мне рассказать за этот эфир. Присягу, пожалуйста, расскажите мне за присягу. Вы когда присягнули-то? Скажите, а кто вас освободил от военной присяги СССР-то? Кто вас освободил? Вот вы там про трибунал-то вот говорили, да? Вот. А это ведь так и было. Это процедура, трибунал. Или вы надеетесь на то, что пока некому потребовать вас под трибунал отдать? Ну, пока некому. Будет ли так всегда? Я сомневаюсь, что будет так всегда. Но я повторяю, друзья и граждане СССР, как только они попытаются СССР назвать экстремистской державой, да? А сегодня они уже пытаются это сделать. Но они пока опосредованно пытаются сделать. Вот. В Совете Федерации захотели приравнять сталинизм. Пока они через Сталина подбираются. Сталинизм к нацизму. Представляете, как, что у них в головах творится? Знакомьтесь, сенатор Людмила Нарусова подготовит законопроект, приравнивающий оправдание сталинизма, да, к оправданию нацизма, сообщает Интерфакс. Поводом для такого решения послужили заявления некоторых кандидатов в президенты. О как! То есть, не Сталин, который мобилизовал всю страну, все ресурсы страны, да, вот, на бой с фашистами и нацистской Германией, да, а Сталин стал нацистом. Вы представляете, вот весь этот бред, что в голове у них творится. И не Власов, да, вот с флагом триколором этим, не он нацист, не он союзник фашистской Германии, оказывается, Сталин. Они полностью готовятся легализовать фашизм. Полностью. Они ввели НННы, УИНы, УИКи эти, уникальные эти номера, вот, идентификационные номера УИН свой ввели. О чем, что говорит об этом как раз Нюрнбергский трибунал? Даже по земным законам присвоение людям обезличивающих номеров является тягчайшим преступлением. На Нюрнбергском процессе, проходившем с 20 ноября 1945 года
по 1 октября 1946 года Международный военный трибунал в числе прочих преступлений фашизма признал практику присвоения людям обезличивающих номеров и клеймения этими номерами преступлением против человечности, не имеющим срока давности. Вы фашисты, Российская Федерация. Вы все фашисты. И Карпов как раз стоит на защите фашистского режима. Потому что ИНН, вот эти все УИН, они и есть фашистское клеймо на человека. И не имеет это преступление срока давности. Читайте сборник материалов Нюрнбергского процесса, Москва, 1954, том 2, после того, к чему нас призвал кандидат в президенты Максим Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его Сталина, я считаю, что надо и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма. Цитирует агентство Нарусл. Вот все, кто ходил 18-го голосовать за Путина, это вот его Путин-тим, его команда Нарусова подготовит законопроект. Это она в Совете Федерации создает именно эти вот фашистские законы. Это она и ИНН, и все эти, соответственно, принимают эти номера. Это она все это утверждает. Это она весь этот фашизм делает, но говорит, что фашизм – это Сталин. Вот за что вы голосовали, понимаете? Вот за что вы голосовали. Вы просто не хотите это знать. Не хотите читать об этом, думать об этом. По ее словам, на прошедших выборах двое кандидатов были откровенными сталинистами и призывали возродить СССР. О как! И что? Сенатор предположила, что реализация подобного плана приведет к войне, поскольку Казахстан, страны Прибалтики и Южного Кавказа не захотят терять свою независимость. Причем здесь страны? Вот причем здесь страны? Читайте Конституцию-то. Вся власть принадлежит народу, а не стране. Вот как народ скажет, так и будет. Вы спросили у народа-то? Нарусова добавила, что эти кандидаты набрали меньше всего голосов на выборах, и для нее это самое главное. Знаете, почему они все забеспокоились-то? А потому что мы как раз выбиваем табуретку из-под ног в части паспорта. Мы просто сдаем их фашистские паспорта, вот, оккупационные, и документируем себя паспортами СССР. Вот и все. Правами СССР, номерами, госзнаками СССР. А, понимаете, а тут не надо войны, они же ждут какой-то войны, им же Майдан нужен, им же война нужна. А мы раз и без войны все это делаем. Просто документально. И все. И вот это им не нравится. Они ждут войны, они хотят, чтобы было как на Украине. Не хотят столкнуть лбами вот этот вот господин, соответственно, но он же с ними заодно, ну, с толстыми пухлыми щечками, господин следователь Карпов, он с ними со всеми заодно. Они же переприсягнули, родину-то продали. Друзья, вот я сегодня весь эфир будет этот красавец у нас, вот смотрите на него, читайте присягу, на него и присягу. Рекомендую господину Карпову вот военную присягу тоже читать, пока идет эфир. Вот, вспоминать буквы, слова, смысл сказанного. Потом передадите своим сослуживцам, особенно тем, кто постарше. Карпов с Поморцевой, они, в общем-то, друг друга, можно сказать, подставили. Вот. Он ее, она его. Но, честно говоря, цель была меня дискредитировать. В результате они дискредитировали только себя. Понимаете, это как надо ненавидеть свою страну, да? Это, кстати, я имею в виду и Карпова, и Поморцеву, чтобы вот такое сделать. Это как надо ненавидеть будущее своей страны, не желать реально благополучия в своей стране. Я просто не знаю. Это, смотрите, говорю, вот человек желает справедливость найти, он пытается это сначала решить с чиновниками. Чиновники нарушают его закон. Он идет в МВД, ему говорят, да, успокойся, никто ничего не будет делать. Блин, он в прокуратуру, ему то же самое. Он в суд. Суда нет? Ну, суда нет. Говорят, вроде есть какие-то люди в черных рясах, но закона об учреждении нет, корочек нет. Ну, что-то судят. Потом приходят другие люди с автоматами и говорят, а нам достаточно, что он в рясе. Он же в рясе это сделал, черный. Ну и все. Значит, печати нет на его решении. Да и ладно, мы ему верим, мы его знаем. Он из нашей банды, да? Человек в ужасе. Он идет, думает, ну журналисты же еще есть, вроде неподкупные. Даже хотя бы вот то, что материал-то какой громкий, сейчас они тут заявят. А журналисты на жалование у ФСБ. И вот в этой стране вы выбрали жить. Это я к тем, кто не хотел думать своей головой. И вот шел на выборы, да, явку создавал, какие молодцы. Вот, дожили.